Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Днем памяти святителя Николая, скорого помощника во всех наших нуждах, во всех наших просьбах и наших скорбях. Сегодня для вас будут две интересные истории, записанные в Никольских храмах, в которых сегодня престольный праздник. Одна история из Никольского храма, а точнее предела Знаменского храма города Бор, а второй престольный праздник сегодня в Никольском храме, вернее на Никольском пределе Троицкого храма Свято-Никольского скита Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря в Автодеево. Я в студенческие годы училась в Нижнем Новгороде, в Регинском училище. А сама я из Выксы. И, естественно, отпускали домой раз в месяц. И были простые автобусы-экспрессы. И если ты опоздал, то ты не уедешь. Если ты особенно купил билет, который не с местом, а просто стоять в салоне. Ну и я опаздывала на последний автобус. Ну вообще, по всем законам, я должна была опоздать. Я влетаю на автостанцию, еще тогда она была на Лядово в Нижнем Новгороде. И стоит наш выксунский автобус, переполненный. И я в него впрыгиваю, дверь закрывается, и он сразу уезжает. И пока вот я бежала и ехала к нему, я все время... не молитву какую-то читала святителю Николаю, а пела ему тропарь «Правила веры и образ кротости». Почитаю святителя Николая. У нас и так каждую неделю в течение всего года по четвергам служится молебен с акафистом святителя Николая, а потом литургия. Вот. И из-за детей своих, и вообще из-за крестниц своих я вот молю святителю Николаю. Чтобы и в учебе он помогает, и устраивает. Ну, вот как-то вот так сложилось, что ему, он скорый помощник. Вот это чувствуется, вот эта скорая помощь его, она всегда ощущается. Из Волгоградской области. Вам здесь нравится? Конечно, еще бы. Ну-ка, расскажите, пожалуйста, здесь все говорят, что рай. Вот, люди идут, говорят, хотела в другую церковь пойти, а попала в рай. Понятно. А почему вы сюда переехали? А потому что здесь Дивеево. Подружка говорит, поедем с тобой. Она здесь была, она уже работала здесь год. И потом приехала лечиться туда на операцию. И мне говорит, там такие монахи, пойдем посмотришь, может тебе понравится. Я и приехала сюда, она здесь работала, я сюда к ней приехала. Так и осталась, как помогаю, во славу Божию, бесплатно. Ну, для кухни заготовки делаем. Когда уборки там, когда во дворе. Да, это скитское все. И там все скитские почти что дома. Сказать. Вы молитесь, святитель Николай? А как же, конечно. Ну, расскажите, в каких нуждах вы молитесь? Вот зачем? Просто акафист читаем, хранит. И здоровье хранит, и в трудах помогает. Это здорово. Здесь, наверное, летом хорошо. Очень, очень. Такие красоты здесь. И главное, здесь небо необычное. Такие цвета, таких нигде, наверное, нет.